Hooray! It's 5 o'clock! Woohoo! It's time to go home! Yeah, I'm gonna have to ask you to come in on Saturday. Всем привет, ребята! Мы опять в виртуальной реальности! Да, всем привет! С вами Супер Тёма! Папа, слушай, мне надоело уже быть механиком. Давай еще симулятор работы поиграем. Работы в этом, в офисе или в магазине продавать? В магазине! Ну давай, смотрите. Хочу поторговать. Ребята, у нас, значит, по механику мы 62% прошли, короче. Да. Вот, а по магазину мы прошли всего лишь 38. Ну давайте, давайте по магазину. Ну давайте. Чтобы вот, было... 7 уровень всего, а там, 16. Ну, 7, пока начнем с 7. Давайте, ребята, мы пошли. Все, пошли? Да, пошли. Так, все, мы в нашем магазинчике. Вот наш магазинчик, давно мы его не видели. А почему там всякие... Опять перебросил. Я никогда не попадаю. Потому что ты нуб. Я нуб озорит. Так, следующий посетитель. Давай, иди сюда. Да, я выбросил, там попаду. Нет, все равно не попаду. О, привет! О! Йо! Налей на голову! А что он хочет? Йо, я у него забрал экипу. Да. А что он хочет? А, вот он что хотел. Дэн! Иди отсюда. На, бой! Искупали его. Чего он хочет, я не пойму. Давай сейф откроем, что? И вот. И что? Ничего не пойму. Нет. А, их надо все туда поставить, короче. If you're all done, just hit that button and let's lock this thing in. Все. Что ты хочешь? Он сам в туалете сидит там еще. Да. Ой, это что за напиток, а? Ты сам сделал. О, как я говорю. Мне жарко там, чувак. Да. Не, давай сейф посмотрим, что там внутри. Он там, смотри, намусорил все. Иди отсюда. Чем ты хочешь там поубирать? Я не знаю, чем. Да, газетой. Я не знаю, что ты, да, газету положи. Газету. Там туалетной бумаги, наверное, нету. Да, вот. Это куда поставить? Может, куда поставить для красоты? Да. Нечего, вот так, чтобы красиво было. А, вон стоит там, видишь, что мы сделали? А, да, я вижу. Бэби, пока, давай, меняй отсюда. Все, пока. Какой-то болтливый был. Следующий, сейчас, я думаю, попаду или нет. Нет. Я вот, вот это брошу, подожди. Все равно не попал. Нет. Привет, а что у тебя здесь? Ничего нету. Давай искупаем его. Так, фридж, так, ну холодильник нужно ему. Где холодильник? Вот холодильник. Слушай, я уже тут выучился, ребята, все, уже здесь устал, что где есть, и уже мы так быстренько тут... На, что хочет? Холодненького хочет что-то. На, холодненького тебе. Вот, и даже тебе открою. На. Вот, все окей. Maximum energy stuff. Что ты не хочешь? Бери! О чем болтаешь? На! О, нормально! Что он хочет, не поймаем. Ну вот, я его трясу. Написано трясти. Я трясу. Может, я зря открыл. Не открытый потрясти. А, да, он красный становится. Ух ты, смотри, Тёма. А, да, я увидел. Так, давай. Ага. На, возьми чек. 8,95. Давай сюда денежку. Во! Молодец. Иди гуляй. Пока, пока, я сейчас попью чуть-чуть. И попробую попасть наконец-то туда. Нет. Не знаю, я не заметил. Нет, ты не попал. Не попал. Да. Так, что, Слав, следующая работа. Ну, давай. Не попал. Давай включим камеру наблюдения, посмотрим, что тут у нас. Никого нету. Ой.
Вот это да! Усы! О, бульчит опять, как всегда, хорошо. Аппетитные мыльные пузырьки. Держи. Так, что он хочет? Что? Газету? Да я не знаю. Что-нибудь дать тебе, типа? А что тебе дать, мужик? Ну, не знаю, вот, на сигареты тебе. Сигарету хотел? Не знаю. Так, еще что-нибудь дать тебе? Ну да, тебе еще что-нибудь дам. Вот это что такое? Вот какая-то жвачка, что ли? Еще что-нибудь, да. Еще жвачку тебе. Все нормально? На, шапку возьми свою. Так, и что тут? Сколько тут у нас? Да, $3 всего. О! А спасибо, это что спасибо. Это за руку? А это что это за такие розовые денежки? Не знаю, Тём. Ну, так, нормально. Намного побыстрее мы пошли. И я попал! Наконец-то я не убил. А это что это за коробочка? А что ты принёс? Я делаю дроп, гам на гамрак, магазин на магазин рак. Put stuff where it goes. Get us ordered. А, слушай, короче, понятно. Тут у нас закончилось, и нам надо их разложить, да, наверное? Всё. Да, типа, да? Как это повернём? А, вот так повернём. Вот этот, а, вот, всё. Я понял. У нас тут пропал этот... О, закончилось. Закончилось, да, и мы это просто раскладываем. Ага. Ну, всё. Так, что это? Это что? Это сюда. Отлично. И журнальчики, новые журнальчики. Они о. Сюда. Оп! Вот так, наискосочек. Да. И вот это. И еще один. Ой! Дай. Вот. Всю время. Так. Уж я журнал тоже трехмерный, знаешь, тут такой интересный. Да, так. Oh, wow, what do you got? Все, иди отсюда. Иди, этому выброси нафиг. О, попал опять. Ух ты, я круто. А ну-ка. О, опять попал. О, вообще круто. Эй, очканах, привет. Не, очканик, очканик. Ку-ку. Ку-ку-ку. На. Ну, алкашка, алкашой какой-то. Что ты хочешь, газету? Деньги хочешь? Фризер он хочет. Где фризер наш? Ну вот это фризер же. А, во, фризер. О. Морозильник. А что ты хочешь из морозильника? Мороженое? Мороженое! А, да. Тёма, ты не хочешь мороженое? Хочу! Ты тоже хочешь? Да. А я тоже съем. О, палочка. А мне дай! Тебе? Тём, тебе тоже дам. Дай. На, тебе вот такой хочешь? Такой хочешь? Да! Да. Это я так мечтаю. Это я тебе дал, короче. Так. И чё? Деньги! Ещё деньги дать тебе? На. Вау, thanks! Не, это точно бомж. Точно, да. Ну ничего, ладно, бомжу можно дать. Да, одну денежку. Куда-то он не туда ушел вообще. Эй, туда! Туда! Почему ты обратно пришел? Очкали! Деньги! Ну ладно. Just give this box something. Probably not something especially valuable. На! Все. Иди, алкашой! Иди, очкарика! Уже в О, бандиты! Ой, нет, бандиты! Иди, гуляй! Иди, гуляй! Давай искупаемся! Ну ты, сука! Ты не ограбишь нас! Да! Ах, ты тоже в очках! Да я и банан от тебя выбросил! Не, по-любому придется отдавать деньги. А то игра дальше продолжаться не будет. А то бы я ему не отдал денег.
Давай сейф открыть. Сейф не открывается? Что, он сыр хочет? Да, вот, держи сыр. Ах ты! Бормозоет. На! Что? Это я сам сожру. Отдай! Я сам съем вкусный сырок. Даже мне захотелось что-то покушать. Да? Да. А я сейчас еще и банан съем. Да ладно. Тёма, я уже наелся полностью. Следующий. И я попадаю уже полностью, слушай. Не, наверное, ты расслабляешься. Да, расслабляюсь. Это что, какой-то номер один мальчик? Что хочет? Он нас не видит. Что-то он там завис. Очки посветлее надевать, а так лучше. Видишь, как классно? Вот сам обрадовался. Да. Видишь? Да, вижу. Что ты хочешь? Это где-то было? Это, по-моему, здесь было. Шейк. Нет, это не здесь было. Это было... А, здесь было, да, шаурма, да. Не, давай покушаем. А, надо сделать большой его. Большую шаурму? Да. О, я уже не представляю это. Давай я тебе раз покушаем. Нет, давай я тебе раз покушаем. Пожалуйста. Потом, Тёма. Ну ладно, давай. Потом ради сначала него. Нужно обслужить клиента. Одевай свои черные очки. Да, которые только ночью видят. А где розовые деньги? Давай быстрее, давай. Пока. Подожди, шаурма. Так, следующий, Тёма. Да. I haven't seen a mess this big since the human uprising of 2037. Посмотри на него глаза какие! Да! Такие маги! А что это такое? Try it out. The control is right there by the dial. Слушай, это кто-то, чтобы это, почистить кого-то. Вот и сюда. Вот. This microbot is designed to clean these disgusting human messes. Grab the controller and clean those stains around the store. О, это робот! Вон, смотри! Да вот! О, видишь, он там? Ага, он убирается! Вот. Иди сюда. Ага, поехали. Стоп. Стоп, вот так. Стоп. Вот. Молодец. Теперь там должно было быть еще... А, подожди, вот там лужа. Вот, я вижу лужу. О. И видим, где... Не, наверное, у бандита упал один. Наверное. Так. Ключ поставим сюда где-нибудь. Пригодится потом. Да. Следующее задание, ребята. А ну, какая? Ой, а это кто такой? Кто это? Тёма, это детишки как будто в большого переоделись. Написали здесь взрослый. Смотри, малыш, еще да, малыш. Много малышов. Да а ну негодяй. Негодяй. Давайте. Тёма, они еще так разговаривают, ты не слышишь? Они так... Я не слышу. Так, где мой сканер? Вот. О. Не работает. Этот паспорт не проходит. А этот теперь посмотрим. Well, the technology is never wrong. That appears to be one legitimately adult robot. Странно. I guess you can give them their fireworks. Так, что они хотят? Они хотят эти? Чё хотят? Смотрите. Ой, ой, кидай! Ну, что это? Кидай, мы сейчас все взорвёмся! Кидай, поскорее! Салют, ребята! Я думаю, на такой классной нотке пока мы можем
Тёма, значит, с тобой этот выбросить, естественно, и я... Не попал. Не попал. Ребята, да, не попал, я уже просто устал. Фух, виртуальная реальность. Я уже не представляю себе, как выглядит настоящая реальность. Я думаю, что я везде и всегда в виртуальной реальности, Тёма. Да, хочешь. Сейчас я выйду и пойду в этот город. Кстати, такая графика здесь немножко на Roblox напоминает. Да, ты же видишь, красивая. Да, прикольная. Короче, в общем, ребята, огромное-огромное спасибо вам за просмотр. Мы еще обязательно вернемся к этой игре, потому что она очень-очень классная. Еще много чего есть там. Еще и мы можем поваром работать, еще мы можем в офисе работать. Да и механика мы не закончили, и здесь мы тоже не закончили. Но все это будет в следующих сериях, поэтому не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Да, и ставьте много лайков, и всем гам-гам! Ого, супер робот!